Действительно, отвечая на ваш вопрос, сразу скажу, никто, кроме них, так не отмечает свой праздник. Ну, действительно, они это элитные войска, ВДВ, их не зря так называют. Помолчите, пожалуйста. Ты будешь со мной, блядь, так разговаривать, блядь, сейчас без не получишь. А у нас какие-то проблемы, мы вернемся к нашему корреспонденту Никите Развожаеву, будем надеяться, что с ним все хорошо.